подожди, с левой стороны. Беги! Да открой двери! Да блин! Да на Сережку! Икей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Сайбер, Нот, Сенко. Хлопцы, поздоровайтесь! Всем привет! Дед Мороз всегда дарит подарки. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Самая любимая и популярная рубрика на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Серега будет за аниматроника. И все пейте, кушайте, приятного аппетита. Сережка, ты готов? А, да. Поехали. Пацаны, заходим. Закрывайте двери. Сразу закрывайте двери. Закрываем двери. Пацаны, будьте осторожны. Сегодня у нас... какая, Серега, ночь по счету? Миллионная. Ого. Так, Серега, для начала для разминки, да, будешь ходить просто проверять, как да. Что у нас? Давайте будем дверь одну открывать. Чтобы было интереснее. Так. Он тут. Он тут? Да. Отлично, тут. Молодец. Сразу видно, играю с профессионалами. Так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, и любой подписчик, у кого есть Гаррис Мод, может зайти с нами и записать классные, веселые рубрики. Нет, стой. Если что, я успею. Ай-яй-яй. Да нет, придется жертвовать тобой. Он еще не появился, он поваляется. Он еще не появился? А он смотрим валяется. Смотрим здесь. Будьте осторожны. Он такой челепиздер. Он все превратился. Превратился? Да. Давайте одну откроем дверь. Он. Ой, прикольный звук. Как будто он рядом говорит, такой звук стерео. Офигенный, ребята, оцените. Кто смотрит мои ролики в наушниках, вообще получит удовольствие. Круто. Так что, ребята, не забывайте подписываться. Потому что у нас очень классные, веселые ролики. И мы записываем разные игры. Я видел, он с этой стороны был. Да, Серега, с правой стороны появился? Нет, я все еще там. А, да? Показалось. Прикольно. За дверью стоит. Да? Да. Будьте осторожны, это псих. Он убил уже. Сколько ты, Серега, детей убил и охранников? Много. Да, для прикола, Ха-ха-ха-ха! Серега, я тебя обманул! Открываем. Внимательно, скажите, когда закрывать. Ползает там. Ползает, да? Полы вытирает, я знал, что он такой. Нет, мой он полы. Мой аниматроник стал. Он какой-то спрингтрап. Он сейчас специально хочет нас запутать, чтобы мы проиграли. Он тут. Я успел! Серега, ты еще раз ни разу не убил, представляешь? Какой ты медленный. Я с вами играю. А, ты играешь? Понял, извини, забирай свои слова назад, потому что Серега сейчас может разозлиться и нас замочить. Но мы не дадимся, мы потому что... Пацаны, у нас самый высший левел охранников. Мы профессиональные секьюрити. Воу, прикольно. Короче, поставлю нам тут, если что, для нас всякий случай, 2 спауна. Он к вам идет, на правой стороны. Да? Закрыто. А я видел его. Молодец. Вот классно пацаны играют, красавчики. Я рада, что мы еще ни разу не проиграли. Лучшие и профессиональные секьюрити охранники. Зарплата $1000 в день. Да блин, где он? 128 баксов. О, нормально, тоже пойдет, за день пойдет. Он у меня в неделю. В неделю это мало. Он посередине. Молодец! Ты что ж ты два раза нажимал кнопку? Вот это псих! Слышь, так на Верочку по два раза убил. Молодец, Сережка. Нет, я всех убил именно. Молодец. Блин, да два раза чувак кнопку так нажал несколько раз. Из-за этого мы проиграли. Ну, молодцы! Хорошо, молодец, Серега. Забирай свои слова назад. Ты нас убил. Ой-ой-ой, кого он взял? Где он? Идет? Да как? Я же смотрел, где? Он невидимкой был. Ах ты морда, аниматроническая. Я вообще-то из невидимости вышел, если ты не видел. Так шишуш. Давай по-честному, пытайся нас запутать. Лучше закройте. Нет, не надо, мы энергию будем тратить.
Он взял другого аниматроника, потому что я чувствую, я видел, как у меня прогрузилось. Офигеть, я покакался. Серега, мы тебя охранника там взяли на съедение. Да. Иди кушай, жертву тебе приносим. Справа. Убил! Да кому тут причем до него, Серега? Молодец, молодец. Моя школа. Он взял другого аниматроника. Я знаю все его хитрые уловки. Вроде у меня никого нету с левой стороны. Внимательно, внимательно. На паузу смотри, а вон он, вон он. Немножко, ребята, страшновато. Знаю Серегу, что он немножко неадекватный. Маленький. Он маленький, он какой-то... Смотри на пол. А ну это где я пройду? Он какой-то маленький чилипиздрик. А где его нету? Он может быть невидимым. Вот он! Так, а как я ногой по башке ему дал? Беги! Лосенко, давай по одному смотрите. Так, ребята, будьте осторожны. А я теперь... Закрой дверь! Я остался живой. Вы обратили внимание, что я живой? Зря ты пнул того маленького. Я что, разозлил всех? Да, ты разозлил маленького засранца, он превратился в большого засранца. А медведь внизу там. Иди с левой стороны. Беги! Да открой двери! Да блин! Да на Сережку! Блин, это было стрёмно, если честно. Знаешь, я ж так сел... Угу. Да я ноги поджал в реальной жизни. И ванетик маленький пить. Да ну блин, ну Серега, ну мы же тебе, ну, мы нормально к тебе относимся. Да, пнул по заднице. Да я проверил, живой ты. Да я же не сильно пнул, там чуть-чуть. Марионетка. Марионетка? Да. Осторожно, осторожно, ребята. Активируем ночной режим. Слева и справа ни стороны никого вроде нет. Ого, оно ржет. Вы слышите, как это жестко? 3D звук. Да, 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 да. Если он будет на вот той стороне, если он будет на вот той стороне, то да, перебиваем. Вот, да? Хорошо, хорошо. Ты спрятался, говнарь, да? Кто? Да. Ты. Да. А я спрятался, спрятался, спрятался. Ой, блин. Ой, испугал вас. Страшно. Я тоже спрятался. Я слышу его. Пацаны, пацаны. Посидим. Тихонько. Вы его слышите? Марионетка, марионетка. Он с моей стороны. Пацаны, я ее пригвоздил. Я ее пригвоздил. Отлично, Сережечка. Сережа. Да. Так ты же убиваешь нас. Да ты задрол, а? Да ну это же честно. Это за то, что я пригвоздил тебя, ты так злился? Да. Ты вроде же не сильно и пригвоздил. Я двигаться не мог, какашка ты ходячий. Ребята, внимательно. Ищем этого челепиздрика. Вот ты нормально нас сегодня напугал. Ну, конечно, можно было и лучше. Ладно, лучше не надо, пойдет и так. Хорошо, хорошо, молодец. Стал, невидимкой стал. Невидимкой стал? Да, 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 да. Закрывай. Закрывай. У нас какой-то свет здесь тусклый по умолчанию, очень. А, ПМВ. Так, а что это подлагивает у меня? Что это? Ты берешь аниматроника, да? Я вижу, Скраб Бэйби. Ушел, ушел, ушел. А, там же и разные разновидности есть. Так, идем. Аккуратно, Дима. Здравствуйте. А я его не боюсь. Вообще не боюсь его. А вот и зря. А чё вы его боитесь? Он слабый. Ченка, тебя видно. Да, блин! Да, я отлично... Я реально слышу, как ты возле меня этот под полом ходил, короче. Или ты с невидимки убил меня? Нет, ты с невидимки нет, вроде бы убил, не? Я вылез из пола. Двери с двух сторон закрыли. Ты что там, шумы какие идут? А где он? А где он? Я не знаю, где-то тут ходит. Я посередине карты сижу, никого не... Короче, Серега, давай мы пока тебя не убьем, ты не сможешь другим встать.
Ну нифиг делать. А где ты? А вы найдите меня. А может забрать? Я слышу, как ты припёрдываешь. А может забрать фигуру, да? Ну как фигуру? А вы найдите меня. Сейчас, пример, сейчас. А, смотрите фонариком, фонариком. Фонариком смотрите, он там тень будет. Он сзади меня! Попал, 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 одним гвоздиком попал. Всё. Серёга, мы идем к тебе. Мы идем к тебе. Ой, он вот тут, вот, вот он. Оружка. Где он? Он может... его не пригвоздил. Вот он, вот он, вот я его не пригвоздил. Вот видите гвоздь летающий? Серега, ты летаешь за гвоздь. Ой, за... за пригвожденный. Да ты задрал, ты с гвоздем не имеешь права летать. Это так не это за... это аниматроника способности такие. Я какие способности? Нафиг такие способности надо? Это Shadow Friend, чего ты хотел. Он. Где ты? Вон я, Ашар. Ой, я сам... В точке, он в точке, в точке, он в точке. Я жгу его, пацаны, жгу. Извини, ой. Ай, да дайте посрать, а. Да какой срать тебе? А где он? А, он в толчке? Да, я сру. Где он? В каком толчке он? Да, блин, он обманул нас, пацаны. Это дурилка еще та. Такая же, как и ты. Да я вообще никогда никого не обманываю, честнейший человек. О, вы его убьете, вы его убьете, я уверен. Да, давай-ка, сейчас, где он? Вы сможете, вы сможете, пацаны, я вас верю. Давай, 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 давай. Ой, извини, извини. Спасибо. Ах ты, блин! Невидимым методом. Серега, увидел, что я там сделал? Да. Да ты задрал, ты хорош, Серега. Ну мы же в офисе появляемся. А ваши шары мне пофиг. Пофиг наши шары? Да, закрывайся. Закрывайте, закрывайте. Мы должны эту пиццерию... Через... Я вижу, что он делает. Это подлец из подлецов. Ты что такой злой? Я смелый, я выйду. Потому что мы малыша обидели. Давай, взрываем. Не дам. Взрывай. Он не дает взорвать нам. Дима, Дима, это подлец. Серега. Дим, я план придумал. Давай. Я сам взорву сейчас. У меня план придумал. Я возьму C4, налеплю на него, и мы будем его видеть, хоть он и невидимый будет. Да? А не бомба не взрывается почему-то, Серега. Бомбанул! Бомбанул! Я случайно на кибер... Давай, давай, взрывай! Я ли специально не возрождаюсь. Да ты задрал! Не, давай не так. Вот так вот, Серега, я тебя убил? Да. Есть! Есть. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.